нас в повестке было три пункта, а появился четвертый, потому что мы сейчас хотим уточнить все-таки, в каких соревнованиях какие команды собираются играть. Просто поднимите руку, кто собирается играть во всех соревнованиях. Раз, два. Нет, ну я имею в виду ветеранский, то есть Rapid и Blitz. И классика. И классика, да. Что, одна команда собирается играть так? Ну, если регламент немножко вот сжать, то... Секунду. Побольше. Еще раз, может быть, вы не поняли моего вопроса, да? 11 мая нет поезда на Самару и на Ленинград. Они уезжают 2 часа ночи, а мы днем уезжаем. А при чем тут 11? Мы на Блиц не успеваем. Блиц 10 числа. Нет, Блиц 10 числа. Мы 10 уезжаем как раз. 10 уезжаем.